Сегодня казахстанской национальной валюте исполняется 25 лет. 12 ноября 1993 года вышел указ президента Республики Казахстан о введении национальной валюты Республики Казахстан, и 15 ноября тенге впервые вошли в обращение. В те годы в семье была своя валюта, и действовала она только на территории нашего региона. Ею выплачивалась заработная плата работникам. Деньги были очень простые и печатались в местной типографии. На валюте обозначалась лишь надпись «Семиплатинская областная администрация», стоимость и год выпуска. Официальное использование этих денег объяснялось дефицитом в те времена национальной валюты. В настоящее время в Краеведческом музее хранится в качестве реликвии денежная купюра номиналом 50 тенге. Вот эта валюта 50 тенге. В то время таких принтеров не было, как сейчас, да и самих компьютеров было немного. Поэтому в обороте использовалась простая бумага, на которой печатался номинал и год выпуска. Местная администрация таким образом компенсировала недостаток денежных купюр в то время.